И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Дэн, какой-то Наруто, и Тучка, Пика, Кирилл Геймер, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, пацаны. Всем привет. Я зашел в мастерскую и нашел карту, называется Smash 3000. Она полностью разрушается, а сверху здесь будут падать рандомные пропы. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Так, очищаю карту, готовы все? Да. Все, внимательно, тут смотреть надо, откуда летят пропы, и с той части карты сразу убегать. Ну смотрите, сейчас будет очень весело. Так. Кто первым умрет? Первый полетел. На нас летит. Блин, быстро. Эй, блин, я... ё-моё, так и хотел сказать, не хочу упасть с одного удара. Бум, все, слился. О, меня спамит на целой части. О, продолжается выживание, ребята. Пойдет, мне так нравится даже. Че, Серега, выживаем? Ну а да. Все, середина, походу. Но последний останется, когда уже карта разрушится, тот и будет победителем. Ой-ой-ой, Дэн, тебе повезло, там прям рядом такая кабака пролетела. Серега, до вас летит. Да нормально. Ой-ой-ой-ой, это было близко. Это мимо. Блин, оно так стрёмно, да, пролетает вообще. Так, Серега. Ну! Ух ты, ё-моё, как тебе везет. Прям по дзену. Серега, настроение, пацаны, осталось. Нет, нет, кто же выживет? Кто же выживет из нас? Так, так, так. А, там уже все, вообще никого нет. Только мы, втроем. Так, Кирилл Геймер. И Тучка. Блин, а чё мы уже шатаемся? Мы уже падаем. А кто последний летит? Ай, ну ладно. Я умер. И Тучка, ты победитель. Ура, первый раз. Ты красавчик. Так, очищаю карту. Ну что, раунд номер два. И Тучка занял пока первое место. Внимательно смотрите, вонючие ящики летят. Серега, Серега. Ну ёкала мэдэкала. Ничего, может мне сейчас поставить все-таки на целую часть карты? Я не знаю, как здесь оно работает. Сейчас проверим вместе с вами. Нет, блин, мне ставят... А, сразу где поломалась там я. Короче, буду сейчас бесконечно падать. Нормальная тема. Так, и еще раз давайте проверим. Да, все, я уже не заспавлюсь на целой части. Серега, ты еще я не живой. Умер? Я живой, Дима. Я буду с тобой здесь. Можно выживать? Сейчас тебе кирпич. Тихо, да ну зачем ты так говоришь? Нет, у тебя тут проиграть. Там большой шанс у Сереги проиграть. Смотрите, он сейчас первый упадет. На мост. А я сказал. Блин, нет, не получится. Я тут на двух стою. Серега, ведьмак. Тут предмет какой-то стал. А что ты уже стоишь тут? И там, и тут, да, если что, перейти быстро. Ах ты хитрый жук. Смотрите, какой умный. Надеюсь, у тебя не получится. У меня все получится. Нет, у тебя не получится. Смотрите, там накопилось уже много пропов. Ух ты! Тихо, тихо, вот этот ящик стрёмно летит. На Серегу, ну. Не, мимо. А ё-моё, ну я хочу, чтобы на Серегу упало. Сейчас вот. На фас чисто. Вот, давай. Смотрите. О, блин, ну тебе повезло, ты молодец, Сережечка, красавчик. Молодец. Так, а давайте, блин, где же выживать? Ой, я теперь буду как Серега выживать, это хорошая тактика. Если сюда, то туда. Прям на голову упадет вообще. Реально, будет угарно. Я сразу два... Так, это все мимо, сразу видно мимо. Это хорошо. Это кто-то ой, фризил, на вас. А то я шар расфризил, пацаны. А, он там и должен быть, этот шар? Ну да. А, да, он делает так, чтобы пропы летели прямо на голову. А нет, хорошо. Почти на меня упал. Так. Это все мимо, походу. Вот. А нет. Ну, а это... нет, Серега! А что? О, она, кстати, держится. Да, а что она... там она разрушила? Она не попала в опору. Она палка. Она на палку. Тут три, три опоры. Блин, это так близко пролетает, да, Серега? Стрёмно, согласись. Это вот-вот в нас попадет и мимо пролетает. Ну. А ну-ка. Ух ты, да ё-мо, Серега, ну ты хоть поймай одну. Рука так. Чем? Зубами. Руками. Классно, что, да, всегда, смотрите, по-разному проходят раунды. Одинаково никогда не будет. Но это на нас точно. Да ё-мо. Ну. Ой. Да что ж такое? Почему она такая слабая? Не знаю. О, а вот это точно интересно. Ловлю, ловлю.
Понял. Ладно, пацаны, можно пока здесь отдохнуть, нам повезло. Ран затянулся. Но это все от рандома карты зависит. Мы никак не можем управлять. Опять не на вас. Так что ж такое, шарты, давай там нормально, делай вещи. Что-то я дергаю. А может он там что-то заглючило его. Мы тут. Ладно, конечно, я шучу. Кто... Так, вот. Словил. А что, зачем? Все, пацаны, вы понимаете, я всех подписал, прощайте, пацаны. Все нормально. Мы выживем, мы сможем выжить. Ну все. Физика. Тупая физика пропов, давайте балансировать. Смотрите, мы можем баланс ловить. А, все, нет. Ну, Серега, ну ты баланс сбил. И кто последний, тот и выиграл. Капец. Дима, я последний, Дим. Я последний. А вот Серега и нет, Дима. Я летел все это время в воздухе. Ты сдох уже. Да не, ну как бы, ну нет. Ладно. Серега, ты выиграл. Ну ладно, поехали. Да стой там, конченая карта, стой. Давайте, 3, 2, 1, поехали, это третий раунд. Давай по новой, Миша. Да. Все фигня. Так, Серега, давай, твоя тактика какая? Опа, на крышу я могу залезть. На вас. Ой, чё. Эй, да ну Серега, ну опять ты специально глючишь меня. Нифига себе, у меня скорость быстрее, чем у этих стен. Должно одинаково быть. Тихо, я вышел. Эй. Да что ж, куда я не поставлюсь, оно все разрушается. И прыжок, смотрите, как я прыгал красиво. Есть. Челика. Все, он умер. Полетел себе. Ну нормально тащим. А чё, как вы? Что он? Так, смотри. Блин, чуть не упал, Серега, из-за тебя. А чё ты сидишь тут? А нормально? Я смотрю за вами, я наблюдаю. Да? Ты думаешь, что птичка. Мы выиграем? А, блин. Ну, тогда повезло. Нет. Ты тоже садись, будем вместе. Да не, нормально, если что, я успею убежать, а ты проиграешь. Я ж смотрю, куда летит. Я же все равно умер, я уже призрак, уже все. А, да? Тоже. Да. Ой, Серега, да. Повезло тебе. Повезло. Ты такой маленький. А что ты хочешь от меня-то? Серега, прощай. Ты ё-моё. Я, кстати, прямо вот сюда могу и все. Мне половина тела. Нормально ты сидишь, так командировку видно. Ой, да ты меня случайно, Серега, палец дрогнул. Ой. Ух ты, блин, Серега, тебе везет, ты заметил? А не, стой там, не бойся. Все хорошо будет. Так, пролетело. Пацаны, прощай. Сюда? Нет. Ну, не, только не на нас. Это высоко. Замедлен. Блин, не получается поймать-то. Пацаны, блин, нам жопа, понимаете? Ну, вы умерли, а я уже все. Я с Дэном остался. А Дэн что, не умер? Мы в шоке. Ну ладно, пацаны, давайте. Давайте я просто ту стерку и буду корректировать. И не буду никак влиять, как они вниз будут лететь. Что у меня с ногами? Так, ну четко. Четко. А как? Да как? Опять мимо. Морской бой Димы. Смотри, летучек зари. Здесь, короче, зафрижу много этих пропов, а потом их расфрижу. И они все полетят на Серегу. Смотрите, как он меня не любит, а? Да не, Серега, я к тебе хорошо как бы отношусь. Уже третий раз на том же месте. Он к тебе со всей душой просто. О, шар удалить можно было, представляете? Да? Серьезно? Я его удалил. Так, Серега, ты готов? Сейчас на меня сбросит. Да я не буду это делать специально. Ну видишь, тут карта как бы продумана, но не до конца. Ну! Серега, ты что там? Так, давайте еще раз залетаем. Сейчас попробуем все-таки подольше выживать. Нет, карта классна, но вот бывают такие нюансы, когда не летят туда предметы и все. Дима сейчас опять самый первый. Да не говори так, пожалуйста. Я просто угарну сам себя. Смотри, на тебя летит. На тебя летит. Опору сбил. Ну конченый, нет, не летит, хорошо. Да блин, оно сюда летит, я вижу уже. Дима, я вовремя убежал. Притягивает магнит к тебе. Ну да, смотрите, вот сейчас эти штуки тоже примагнитятся ко мне. Ля-ля-ля. Ай, прям по мне.
Что это за бред? Прям в меня прилетел предмет. А Серега скажет, что я притягиваю их, да, все сходится. Магнит. Че, я снова последний? Нет, вот еще я тоже умер. Все, и Тучка, ты победитель. Ура, Роблокс. Ладно, очищаем карту. Ну, поехали. Пока миссия Тучка, я так понимаю, будет победителем этого ролика. Вот смотри, я не буду сейчас притягивать пропы. Так и Тучка же один раз выиграл. Не, вот. Второй раз уже. А, ну и я второй раз. А, ну да, ну тогда будет решающий раунд. Поровну идем. Ну интересно, кто же выиграет. Прикол кто-то из нас. Пацаны, возле меня не стойте, я притягиваю эти штуки. Да нормально, а потом убегу, а ты умрёшь. Стоим, стоим, ребята. Ой, реально притягивает. Вовремя. И Тучка, все, ты не сможешь уже выиграть. Все, 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 ладно, я проиграл. Все. Серега, твоя очередь падать. Смотри. Нет. Ой, я упал. Вот-вот, ой, красиво. Нет, именно Дэнк, Серега. Сюда, нет? Не, он не допрыгнет. Это очень далеко, ты чё? Я допрыгну. Серега допрыгнет, он выше находится. Не, кстати, можно допрыгнуть. Серега! Ай, блин, да что ж тебе везет так? Вот, пожалуйста, те, кто выбыл, пожалуйста, не мешайте. Окей, я просто посижу на крылечке. Ну, дети пропы, давайте, летите к нам. Вон. Ну. Ко мне? На меня, вот, да? Вот. Бууу! Серега, нет, не до ту... Нет, блин, у тебя есть шанс допрыгнуть до Дэна, давай, прыжок! Я мог на колонии остаться, на самом деле. Ну да, блин, Дэн, ты красиво выиграл, молодчик. Сигма. Как псих-одиночка просто летит в небытие. Все, пацаны, давайте. Все на карте, улетайте, только они вдвоем должны быть на карте, больше никого. Кто, я и Тучка? Да, чисто вы вдвоем, будет решающий раунд, кто же выиграл. Интересно. Да, давай. Так, пока мисс мимо, везет вам, пацаны. А если я буду по колонам стрелять? Уже одна упала там. О, во! Угу, было близко. Ой. Нет! Кто? Они кто? Опять упали, они оба. А сейчас посмотрим, кто последний проиграет. Это Серега. Так, смотрим, Серега сюда попарился. Серега выиграл. Серега, ты победитель! А хочу админским пистолетом. Она просто разрушается. Все. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Папа. Ой, колонны закрутило.